смотрите! Сенсация! Внимание города приковано к человеку на карнизе. Ник Кассиди, беглый преступник. Это он стащил бриллиант у Дэвида Ингундера? Ценой 40 миллионов долларов. Я готов умереть. Важно, чтобы все это понимали. Дэвид Ингундер меня подставил. Он хочет доказать, что невиновен. По-моему, он просто клоун. Ник! Видишь меня? Твой выход. Джо, можно начинать. Не волнуйся, все заняты только.